Я не замечаю, как это. Быстро мы доехали. Хоть это там 2 часа, хоть это 3 часа, говорит муж. Я быстренько это все. Я говорю, быстро приехали. Столько всего. Это чисто по-корейски, да? Да нет. Это соль просто с кунжутом? Да, потому что в блюде соли нет. Вообще не солят? Потому что люди... Кто соленый ест? Кто малосоленый любит? И горькое тоже, да, нету? Горечь тоже, да, сам добавляешь? Да. Поэтому соль добавляется. Сейчас попробую, насколько... Знаешь, здесь чем можно пахнет? Не добавлять. Знаешь, чем пахнет, как будто Галина Бланка? Угу. Да? За то, что куриный суп? Не, он, как бы, хоть я, как бы, курицу я вчера только варила, она не так была. Но запах, как куриное бульон. Знаешь, из-за чего? Они что-то добавили, кажется. Здесь чеснок есть. Ага. И травы какие-то. И женьшень. А, женьшень тоже есть. Вот этот, что ли? Корень это же, да? Да. Поэтому так пахнет. Он как на вкус? Нормально, как картошка. Попробуй. Сладкая? Безвкусная. Здесь же картошка сладкая, кажется, да? Или... Да. А, нет, картошка безвкусная. Батат есть, да? Да, батат. На сладкое. А это что? Вот это. Просто с горечью, да? Угу. А это? На рис похоже. Это какая-то лапша. Лапша?
Крахмальная лапша. Это я впервые тоже вижу. Это, видимо, асанское какое-то блюдо. Это цукини. Цукини это? Это цукини, на да. огурцы похоже. Да. Это шпинат. Яйцо. Омлета, типа. Давай, приятного аппетита. Приятного аппетита. Оттуда, да, хотя бы? Вот этот стиль такой скромный, но очень красивый, да? Ничего лишнего. В корейском стиле. Ну и как? Какой это город? Как бы типа, что? Иностранный или что-то? Нет, у нас не такое. Ну, вкусное, мне нравится. На Мангане интересно, где? Или в Андижане, что ли, открыли. То же самое было. В Ташкенте? Да. Да. В очередь была. Но потом уже сейчас уже все нормально. Я сказала, Чингу, Чибири, это я знаю. Некоторые я знаю, некоторые не знаю. Надо вот, реально, практика будет более лучше запоминаться. Все, поехали домой. Я тебя вечером тогда домой приеду в этот...